Предлагаем вашему вниманию 4-секционную двухфункциональную электрическую кровать Армед RS-301. Данная модель предназначена для размещения больных, инвалидов и престарелых людей в лечебных, профилактических и социальных учреждениях любого уровня, либо в домашних условиях. Она характеризуется высоким качеством, надежностью, простотой управления и комфортабельностью. Все элементы кровати имеют высокую прочность и устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами. Основание медицинской кровати изготовлено из стального профиля и покрыто экологически чистой эпоксидной эмалью. Кровать имеет 4-секционную систему. Регулировка угла наклона головной и ножной секций осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Угол наклона спинной секции составляет от 0 до 75 градусов, ножной секции – от 0 до 40 градусов. Секция голеностопа регулируется ступенчато при помощи механизма гребенка от 0 до минус 20 градусов. Торцевые ограждения спинки, изножья и изголовья съемные. Они выполнены из АБС-пластика с декоративными меламиновыми вставками под дерево и оборудованы атравматическими угловыми бамперами, которые обеспечивают пациенту дополнительную безопасность и комфорт. Боковые ограждения рейлинги складные, выполнены из алюминия и легко опускаются для облегчения доступа медицинского персонала к пациенту. Кровать можно оснастить устройством для подтягивания больного Monkey Pull и инфузионной стойкой. Кровать перемещается посредством 4 колес диаметром 125 мм. Два колеса оснащаются индивидуальными тормозами.